Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами Гидеон, это рубрика «Новинки», где мы продолжаем проходить игру Call of Duty Black Ops 2. Это миссия номер 7, где мы будем проходить сюжетную миссию. Сюжетная миссия под названием «Падший ангел», она будет проходить в Пакистане 2025 года. Значит, нам дадут много классных новых штучек и примочек. Надеюсь, они будут интересными. Задание — найти данные на Менендеса. Но для начала мы изменим боекомплект и кое-что, может быть, ставим новенькое. Так, это у нас было, это вообще по виду какой-то отстой. Нам, похоже, дали новую классную пушку. Конечно же, мы будем ее использовать, если не будет чего получше. Да, мне кажется, ничего получше не будет, поэтому мы берем ее. Она рекомендована. Да, отлично. Но какие мы бонусы к ней подключим? У нас есть ММС-сканер, он видит через стены. Клевая вещь, конечно. Есть голографический прицел. Цель в нем видна лучше, чем в рефлексе. Но боковое зрение хуже. Окей. И обычный высокоточный коллиматорный прицел. Ну, давайте ММС-сканер, наверное, возьмем. Я даже не знаю. Хотя у этой дистанции точность намного лучше. Ну, да, я, наверное, все-таки сканер уберу, потому что через стены видеть... О, да, лазер. Лазер — это клевая вещь. Очень клевая вещь. Так, рукоятка уже не подключается, потому что у нас взять два магазина. Но тогда, наверное, я возьму рукоятку, потому что... Точность, она все-таки нужна. Видите, мы можем взять только 3 перка. Ну, значит, этого и будет нам достаточно. Конечно, таких классных револьверов нам еще недоступно. Поэтому мы возьмем что-нибудь. Ну, да, это рекомендовано. Мы с ним не ходили. Ну, пусть будет это. Наденем на него лазер. Нож. Взяв свободную руку тактический нож, вы сможете атаковать врага мгновенно. Отлично. Напялим рефлексы, 2 магазина. О, да, это будет супер-пестоль. Супер-пестоль. Так, а тут у нас Сэмтекс. Эта граната прилипает к месту падения. О, да, прикольная вещь, прикольная. Оглушающая гранатка. И, да, можно взять только 2 гранатки. И к перкам. Что же мы будем брать к перкам? Конечно же, мы возьмем от бедра. И, ну да, кроме приклада здесь брать практически нечего. Поэтому мы возвращаемся в главное меню и начинаем миссию. Известно только имя Дефалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Дефалко — правая рука Менендеса. Понятие сочувствия ему знакомо, но он им пренебрегает. Дрон-разведчик обнаружил это 2 дня назад в заброшенной тюрьме в Лахоре в Пакистане. Мы только на прошлой неделе потеряли связь с дроном-разведчиком в Пакистане. Погодите, ученый, которого мы взяли в Мьянме, говорил, что Менендес использует целлерий для разработки кибероружия под названием «Карма». А вдруг эта «Карма» нейтрализует наших дронов? Знаешь что, с этим Дефалко можно немного поразвлечься. Немного. Может, выпустим пара? Разомнем немного кулаки. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс. Хадсон. Это их рук дело. За Жозефину. Сегодня твой отец умрет! Что ж, мы узнали интересные данные из нашего прошлого. Нас окружают МВР! Ну же, эта штуковина нужна нам на ходу! Я пытаюсь! Может, управление заклинило? Враг близко! Ха-ха! Готово! Американцы используют русские методы. Что ж с вами не то?
Ну что, дайте поуправлять. Дайте клавам поуправлять. Ну дайте поуправлять клавам. Нет. Нет, дайте мне поуправлять им. Начинай помечать цели. Метить цели? Где? Пусть клавы идут вверх. Не, там что-то вскрыть можно. Я хочу вскрывать. И что это? Ладно, я хочу вскрыть, что-то там вскрыть где-то можно было. Где? А, это, блин, это в нем. В нем? И что, я могу им управлять, что ли, я не понимаю. А, фига, огнемет ему включил. Ха-ха, вот это клево. Это клево. Ну и что, сейчас они все почистят. Че, зачем мне париться? Это я помечаю цели. Круто. Ну стреляй. О, фига, волны такие идут. Нормально вообще. Ну чё, они лезут и лезут. Все? Да, все, клавы все перемочили. О, автобус. Слушай, а тебе классный прицел, очень точно. Вообще не разбрасывается, особенно с рукояткой. Просто супер. Ну, что здесь, что здесь? Давайте посмотрим, что здесь. Кнопочка. А что в кнопочке? Чего? Куда? Что? И чего дальше? Зачем вы туда пошли, я не понимаю. Не понял, и чего? Я убрал клавов туда? А зачем? Сектор, Брутус и Максимус на позиции. Они в тыл, что ли, прошли? Я не понимаю. Чё-то... Кто там сверху огнеметом пользуется? Так, а зачем мне цель-то помечать? Так вроде все нормально. Нет? Кто там все отстреливается? Тихо-тихо. Аккуратненько. Готов. Да все водой заливает, ничего не видно. О. А что, я помечаю, там тут же взрывы такие, тут же. Ну, кто там все огнеметом балуется? Я не понимаю. Наши или не наши? Вроде наши. Тихо. Это кто, свой? Вроде свой, не стреляет. Вот это не свой. Вот это тоже не свой. И вот тот парень тоже не свой, совсем не свой. Кто-то сверху меня отстреливает, гад такой. Давай, огнемет, работай. Кто бы ни был за огнеметом, работай. А, ну да, это типа клав наверх залез и помогает нам, оттуда отстреливает. Да. Ладно, я сам по себе. Надеюсь, нам что-нибудь интересное все равно дадут. Так, надеюсь, еще один отряд не вылезет из этой же дырки. Ненавижу, когда они лезут и лезут. Еще бойцы, МВР! Хочу... Да, опять все заливает. А, это сверху течет на меня и заливает. А что, клево? Так, реалистичненько. Это, блин, что еще за шум? Воу! Давай, сваливай. Раз, два, три, давай! Yes. Автобус. Вот жопа, пронесло, да? Да. Хорошо, хоть яйца на месте, а у тебя... Пошли. Да, ну у тебя и шуточки, Лукашенко. Антем прямо по курсу, идем. Погнали, посмотрим, что тут у нас прямо по курсу. Там война, тут бомжи какие-то. Твою мать! Сукин сын!
Пошли. Что ты там? Еще какой-то дрон злобный. Разворачивается? Куда он разворачивается? Ладно, вперед. Куда он разворачивается? Не смотри на меня. Ненавижу стелс в шутерах. Ненавижу. Это бред. Всегда бред. Было бредом. Сначала дают пострелять, сначала дают повзрывать, а потом меня заставляют шариться по каким-то кустам. Нет, вы делаете либо Хитмана, либо Call of Duty. Вон. Разве были в первом-втором Call of Duty что-то подобное? Да не в жизнь. Ну и чего, вот сейчас он меня увидит. Да? Или типа я не двигаюсь, он меня не увидит. О, а этот пробегает себе спокойно. На спидах. Ну, перестань сюда смотреть. Все, можно наконец пройти. Он бежит себе спокойно. Ну, беги уже, что ты такой слабак? О, все, прошли. Наконец-то. Столько отсиживаться. У входа в канализацию, солдаты МВР. И что? Второй мой. Все чисто, идем. И на стрельбу никто, конечно, не пришел, да? И правда грязная работенка. Резаки у них, все есть, круто. Ну, типа будущее. Типа будущее. А в дерьме все равно возиться приходится. Ну, что ты встал, пойдем. Пошли. Сектор, мы на позиции сортировочной станции. Вижу много противников. О, души с дерьма. Держите меня в курсе. Ты слышишь? Делыгер. Они говорят о новом СОТЭ, сортировочной станции. Нам пора уходить. Салазар, МВР получила партию новых СОТЭ рядом с вашей позицией. Нафиг я сюда залез? Ясно. Нафиг я сюда залез, если тут ничего нет? Ну что такое? Я думал, тут какая-нибудь плюшечка будет. Чаек горячий. Оу! Здесь прям... Менендес. Я видел его во дворе. Он встречается с лидером МВР. О, Менендес, это неплохо. Я свяжусь с Бриксом. Адмирал, мы на позиции. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Антема. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор двора. Клау будут прикрывать вас на пути внутрь. Кроме них у вас ничего нет. Если уничтожат хоть одного из них, вы сами по себе. Ни в коем случае не упускайте из виду патрульный дрон. Если этот пылесос захватит цель, бежать будет бесполезно. Если я победил адмирал, то только к нему. Удачи, командир. Ну что, я так понял, надо охранять Клау и убить патрульного дрона. С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса. Закрепить тросы. О. Ну, куда? Туда, что ли? О, неплохо. Неплохо, прям как Бэтмен. Впереди враг! Ух ты, не заметил. Кажется, мы на верном пути. Как он нас не заметил? Пошли. Да вы чё? Твой тот, что справа. Я за тобой. И чё, ножиком? А, да, аккуратненько. Аккуратненько. Отлично. Чё дальше? Как, сектор? Сканер готов? Подозреваемых у нас масса. Мы знаем, он где-то здесь. Шехер Хамаре Кадмо Парк. Киртахе, лекин Саркарс, Дихау Адатихе, Киуску Кучмалум Нехи.
Всем плевать, как мучается простой народ. Как и американцам. Да и китайцам. Вы фикр карте, лекин худе ке файде ке лие, ор куч нехи. Поверь, друг мой, твое содействие поможет положить конец преступной беспечности империалистов. Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну уже! Надо найти позицию получше. Да, американцам действительно плевать на простое население, как китайцам. Да как и нашему правительству сейчас. Везде все одинаково. Под прожектор. Во всех сверхдержавах всем плевать. Ну, я просто иду за тобой, и меня никто не должен видеть. Все правильно, Харпер? Все правильно. Пригнись! А вот и они! Лучше спрятаться! Они говорят о сбитом дроне! Ну, где я? Ну, где я? Кеун комалум хе ке апке танзео ке саат мулакат хуи? Конечно, американцы постоянно следят за мной. Ун ком... Саке патае? Все? Черт, опять слишком далеко. Идем! Давай, давай, давай дальше. Следим за ним, узнаем важные данные о том, что мы следим за ним. А? Странно, странно. Ну, еще один парень для удара ножом. Да, хладнокровное убийство. А вот и Менендес. Похоже, с кем-то встречается. Де Фалко. Ага. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились? Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. Данные по тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров. Я займусь этим лично. Храни тебя карма, Де Фалко. Ну, давайте за ним. Нам кого убить? Де Фалко или Менендеса? Погнали. Все, больше нам скрываться не надо. Доел мне это уже. Ну, и чё? Пусть пройдёт. Давай уже скорей. Где он там? О, все ждет. Все, свалил. Пошли, наконец. Вот зараза, куда он делся? Салазар, мы упустили Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он. Входит на станцию с южной стороны. Ну? Транспорт для эвакуации подготовил? Давай. Пока нет. Схватим его. Жарко. Займись этим. Хватим его. Давай на крышу прыгать. Нет? Да что с вами? Не хочешь на крышу прыгать? Где трюки? Где спецэффекты? Где все это? Как просто миссия, сюжет. Да, понеслась. Нет? Все? Ну вот, я думал, музычка заиграла, сейчас начнется. Фиг там. Станция там! Ну же! Давай, я уж сам заждался. Меня водой обливает. Централ компьютер не кална, асан камни.
Инсав ка худудун из механизм кисат хараб рахега. Подобные вещи не проблема. Встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху. Все, ушел. Ни черта не слышно. Поезд мешает. Идем. В свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру. И каждая напичкана всякой психологической хренью. А, только бог знает, что за хрень. Это же как в первом Black Ops. Сидишь типа тут в кресле. Всякие мониторы и прочее. Ну, в главном меню и все такое. Ну и куда мы теперь плывем? Не знаю, что-то там было, наверное, меня напугать хотели. А как же вылезти из воды и убить кого-нибудь? Нет? Ну ладно. Стандартный трюк. Всегда так делали. Они должны быть прямо над нами. Ладно. Попробуем еще раз. Конечно. Я не только в курсе проникновения. Я сам его подстроил. Сука! Он знает о нас, сектор! Опа! Ха-ха! Берегись, а, Грены! А вот и понеслась. Менендес не так плох, как кажется. Да. Он мне понравился с самого начала. Особенно, когда американцы убили его сестру. Вот так и начинаешь болеть за злодеев. Это как в фильме с каким-нибудь Суперменом, где его прибить просто нереально, кроме Криптонита. Он ходит и всех, всех мочит, без шансов. Чё, погнали, отстрел, отстрел, отстрел. Двигайся, речи достал уже. Так, хочу машину, машину, машину хочу. Ну, нет, нельзя. Половину сраного Пакистана? Ладно. Я телеку, чтобы управлять Брутусом. Брутус, где ты? Ха-ха, прикол. Ха-ха, шикарно. Ты вот такой подходит? А? Что это такое? А он такой бах и пулемет активирует. Да, это клево. Чего на крыше? А, вот эти что ли, ракетчики? Понятно. Три, чтобы управлять Максимусом. А, это Брутус и Максимус, ну да понятно. Лазар, ты где? Да, два Клау. И как мне выйти-то отсюда, я не понял. Ну ладно, пусть будет Максимус. А, этот сверху работает. Вертик. То есть дрон. Да, дрон. Сносим дрона. Сносим все эти тачки. Куда это вы? Шикарно. Так, все что ли? Мы зачистили. Еще один дрон. Да блин, да ладно. Да вы гоните что ли? Куда ты? Куда? Куда? Готов использовать взломанного дрона, сектор. Сесть? Ладно, сядем. Сядем, видимо, это должно быть весело. А куда этот вылез? Я ничего не понимаю, это кто, свой или чужой? Почему он вылез? Адмирал, мы захватили вражеские СОК-Т. Бросим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для СОК-Т. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, что вы не были в хорошем расположении духа. Ха-ха-ха. Не всегда так. Да, отстрел, отстрел. Да, не зря я сидел и отсиживался от этих дронов.
Отстрел! Вот это клево! Вот это клево! А теперь погнали! Ха-ха! Класс! Гоним! А чё, not bad, not bad! Уу! Да! Немножко срежем нашу дорогу, ребятки! Вот это погоня, я понимаю! Вот это гонки! Сидишь там в какой-то грязи! Уу! Да! Я выбрал какой-то сохт... А, я мог выбрать дрон! Хочу дрон выбрать! Нет, уже нельзя! Ладно, хрен с ним! Сохт — это машина, я просто думал, что это может еще что-то интересное. Давай, гони! Уу! У-ху! Ускорение! У-у-у! Шикарно! Несемся! И это еще что? Целый дом разрушенный. Ух ты, там пулемет! То есть дрон, то есть вертолет, я не знаю, это очень круто. У-у-у! Прямо через дом, а там впереди еще тачки. Ну, никто нам не помешает. Ха-ха, дурачье. Думали, я их не объеду. Что, дрон взорвали? Нет. Что случилось? Тачка горит? Нет, тушись. Тушись, машина, мы должны вырваться. Мы должны вырваться. Что бы ни случилось, мы должны вырваться. С дороги, идиоты. С дороги. Я еду. Уу, детка. Это неплохо. Это неплохо. Вырываемся через, я не знаю, через что. Какие-то стали литейные. Чего это вообще такое? Погнали нафиг отсюда. Очень мощные тачки. Нет. Взрыв. Мы все-таки потеряли дрон. Но ничего, осталось всего 200 метров, и мы вырвемся, вырвемся. Мы должны это сделать, должны это сделать. Мы это сделали. Вот и только эвакуации. Класс, шикарно. Каждую миссию блин, так. Блин, теперь-то что? Бурум-бурум, ты нарисов! Спокойно. Американские войска вне места в Пакистане. Тяньчжао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец. Если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Ну что ж, я уж не знаю, нашли ли мы друга или врага, но скорее всего, как всегда, американцы, ну то есть создатели игры, конечно, покажут, что в конце китайцы все-таки такие злобные хитрые сволочи и предадут бедных американцев, которые поверили, так доверились им, о боже мой, как внезапно. Ну, нифига, конечно, этого не будет. Никакого доверия не может быть китайцам, потому что американцы... Американцы не любят ни китайцев, ни русских. Но ничего, мы прошли эту миссию, надеюсь, она была интересна. Да блин, она, конечно, была интересная, она была классная. Что тут еще говорить? Действительно классная миссия. Мы несемся, разрушаем и все взрываем. Вот так и должно быть. Правда, вот это в начале, то, что мы там лазали по каким-то лужам, мне это, конечно, не понравилось. Но конец классный, действительно, мне понравилось. Надеюсь, что понравилось и вам. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. Скоро группа ВКонтакте, вступайте. Надеюсь, вам понравится. Все обновления будут только там. А с вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.